Здравствуйте! Это канал «Главные новости Казахстана». По всей энергосистеме Центральной Азии произошел сбой из-за срабатывания автоматики. Авария произошла из-за перегрузки линий в Казахстане. Из-за сбоя в Бишкеке отключилось электричество, помимо этого в городе нет воды. Отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана, а также в нескольких городах Казахстана, в том числе в Алматы. В Казахстане, по данным портала закон.кз, проблемы с электричеством начались в Алматы, Таразе, Шымкенте. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкаргане, центре Алматинской области, пишет «Спутник Казахстан». В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще в нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает «Спутник Кыргызстан». Также в городе отключились светофоры. У многих пользователей не работает мобильный интернет, передает ТАСС. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса. В Узбекистане электричество отключили во многих регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики. Из-за проблем с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте, не работают светофоры. Городской аэропорт временно не принимает рейсы. Министерство ЖКХ также сообщило о перебоях в сетях отопления, канализации и водоснабжения. Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки линий в Казахстане, сообщил местный оператор по управлению электрическими сетями КЭГК. Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, Узбекистан, Киргизия, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 копеек в северо-восток-юг Казахстана. В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт, говорится в пресс-релизе. Что вы думаете по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.